Хотела поздороваться и сказать, как я тебя люблю. О, кстати, скоро я вернусь домой. Ура! Поскорей бы разделаться с этой работой няньки и вернуться к любимому мужу. Я скучаю. О, мне надо работать. Люблю тебя, Итан, и очень скучаю. Посылаю тебе тысячи поцелуев. Пока, милый. Итан, ты был прав. Я лгала тебе. Нельзя было, но... Я могу сказать лишь одно. Если получишь это... Держись подальше. Алло? Эй, это Итан. Эй, ты как? Вчера ночью ты просто исчез. Да, нет, я в порядке. Дело в Мие. Она не погибла, она жива. Она вернулась. Они нашли ее? Как? Что произошло? Я не знаю. Слушай. Не знаю как, но она вернулась. Она как-то вернулась. Может, это розыгрыш, но она просит за ней приехать. Где она? Далви. Далви, Луизиана. Чувак, уже 3 года прошло. Я знаю. Но что, если это она? Я должен это выяснить. Я на месте. Thank you.
Блять! Бу! Где ты его откопал? Отвали, Пит. Эй, я работаю только с профи. И, кстати, позабудьте о звуке. А не как тогда вам орила? Уже, блядь, 2 года прошло. Неважно. Он новичок? Не нравится он мне. Что, опять? Ты не удивляйся, если придется искать замену. Новый план. Сначала походим внутри, а потом снимем вступление. Ну да, как и всегда. Только не забудь про название шоу, ладно? Не вопрос. Сегодня в ужасах канализаций очередные ебеня. Доволен? Еще бы. Ну что, мотор? Поехали. Отойди. Закрыто. После вас. Так, зачем мы здесь? Ты не подготовился? А зачем? Хренов дом, жуткие звуки. О, тут призраки.
Пиздец, я когда-то ведущим был, ты знал? Помощником ты был, а не ведущим. Чё? Ничего. Просвети меня, Андра. Заброшенная ферма, пропавшая семья, возможно, убийство. Как обычно. Сколько лет оно стоит заброшенным? 3 года. Клэнси, сними-ка это. Отличная перебивка получится. Итак, семейка деревенщин пропала. Не деревенщины, а бейкеры. Джек и Маргарет Бейкеры. Они были тихими, но не отсталыми. Хотя были слухи про их сына Лукаса. Типа дурная кровь. А, блин! И зачем я только надел свои лучшие ботинки? О, черт! Хорошо, что у меня прививки сделаны. Хотя, это же отличный фон. Андрей, как думаешь? Андре? Андре? Андре! Клэнси, ты видел, куда он пошел? Где он? Невероятно, сука! Последний раз с ним работаю. Знаешь, продюсер это временный, но хорошие операторы вроде тебя, Клэнси, держись рядом. Что за нахуй? Ты слышал? Андре? Да где он, блядь? Андре, мужик, ты где? Что за черт? Да вы, блядь, шутите. Так, новый план. Ищем Андре и сваливаем отсюда. Нахуй это шоу! Первый. Хочу, чтобы ты заснял, как я геройски спускаюсь вниз. Так что ты первый. Что-нибудь видишь? Что там? Боже! Ugh.
Мия? Мия, слава богу, я нашел тебя. Это я, это Итан. Итан? Итан? Ты в порядке? Зря ты пришел. О чем ты? Ты же меня позвала. Нет, нет, я бы не стала. Правда? Кто-нибудь тебя видел? Он тебя видел? Он? Кто еще здесь? Что происходит? Папочка идет. Надо уходить. Папочка? Надо уходить, быстро! Куда ты меня ведешь? В безопасное место. Так ты скажешь мне, в чем дело? Милая, тебя не было 3 года. 3 года? Что, правда, 3 года прошло? Что это за место? Что они с тобой сделали? Не сейчас. Сначала надо выбраться. Думаю, нам сюда. Мия, нам надо поговорить. Когда я увидел твое послание... Не я! Это не я! Но это была ты! Не я! Ладно, хорошо. Но что все-таки происходит? Я ничего от тебя не скрываю. Нам нужно сюда. Мия, нам точно сюда? Они здесь приносили мне еду. Я вспомнила. Вот. Пришли. Мы на месте. Я помню эту комнату. Здесь должна быть дверь. Я уверена. Ее больше нет. Она исчезла. Исчезла. Мы станем семьей, раз уж ты здесь. Здесь есть другая дверь, я уверена. Мия. Надо отсюда выбраться. Просто будь здесь, ладно? А я осмотрюсь. Меня!
Мия? Какого хуя, Мия?
Не стоило тебе приходить. Кто это? Что за хуйня здесь творится? Меня зовут Зои. Через чердак можно выбраться. Чердак? Иди туда. Живо. Мия? Итан, спокойно. Спокойно, это я. Я знаю, ты это не нарочно. Но все равно не стоило! Пиздец, как больно! Это моя работа. Должно задержать вспышку. Должно уйти. Обещаю. Должно разрушить все это. Ugh.
Ладно, хорошо. Должно быть уничтожено. Добро пожаловать в семью, сынок. Давай, только не вздумай нам здесь помереть, пока дело не сделаешь. Где я? Какого черта? Проснись, Вось, Зоня. Пора ужинать. Вы кто вообще? Где Мия? Ешь, это вкусно. Этому говнюку все равно, что жрать. Снова! С дороги, Маргарет. Парень должен поесть. Должен поужинать. Ну-ка, парень. Давай, не стесняйся.
Давай, давай. Заткнись нахрен, Маргарет! Свали нахрен! Ты, сукин сын! Ох, я верить не могу! Это сукин сын ты ест! Он не ест! Я хотел, чтобы это стало особым праздником. Ну-ка, парень. Чтоб его! Небось, опять тот коп. Чёртов легавые. Я еще вернусь. Думал, вот так просто смоешься с обеда? Попался! Я иду за тобой! Выходи, где бы ты ни был. Родных не выбирают. Слышал, небось? С тобой так весело!
Я тебя чую. Бежать некуда. Возьму.